За счет того, что сломалось у нас уплотнительное кольцо, здесь произошел сдвиг режущей кромки одной и второй, вследствие чего здесь скапливалась бумага, пластмасса вырабатывалась, делался замин, и она уходила в сторону. Следовательно, из-за отсутствия ребер жесткости здесь у нас пластмасса будет твердо стоять, держа свою форму, нож будет болтаться. Все остальные ножи будут работать нормально на уничтожение бумаги. Этот будет либо резать, либо заминать. То есть, ну, такая полоска где-то сантиметр шириной у нас будет замятый.